Я на вершине перевала. Кто-то, может быть, не верил в меня, но я смог. В принципе, если бы не дубак офигенный, здесь даже можно было бы ночевать. Сейчас пойдет сильный ветер, и меня продует. Конечно, в кроссовках лезть это было безумием сюда. Лезть надо было в перцах и с альпинштоком, либо хотя бы с его подобием. Три метра высота.